20-й вопрос. إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهار فهل يجب عليهم إمساك بقية اليوم أم قضاءه؟ Этот вопрос тоже многим касается, баракаллаху фикум. Если люди не знают о том, что месяц Рамадан зашел, кроме как после того, то есть узнали после того, как уже какой-то час, день прошло, например, ближе к обеду, ближе к асру, потом ему дошло, что месяц уже давно зашел. Понимаете? Ему передали уже в обед, скажем, или ближе к магрибу ему передали, что месяц Рамадан зашел. Естественно, этот человек позавтракал уже после того, как солнце, или в утренней молитве, или, скажем, после того, ну, до этого времени он покушал. Необходимо ли ему держать остальный день? Еще до магриба есть, примерно, скажем. Ему необходимо ли держать остальный день, или же кадауху, этот же день, который половину покушал, восстанавливать после Рамадан? Задает такой вопрос шейх, посмотрим, какой ответ дает. Говорит, «Иза алима ан-насу бидухули шахри Рамадана фи аснаа аль-йоум». Когда люди знают о том, что месяц Рамадан зашел фи аснаа аль-йоум, в половину дня, во время днем они знали. «Фа иннаху яджибу алейхим аль-имсак». Им необходимо следует держать пост. لأنه ثبت أن هذا اليوم من شهر رمضان. Потому что уже подтверждено о том, что сегодня считается один из дней месяца Рамадан. فواجب إمساكه. Поэтому, как узнали, необходимо держать этот день. ولكن هل يلزمهم القضاء؟ Но следует ли им восстанавливать этот день, потому что он половину покушал? Ай, то есть кадаа ва хаза аль-йаум, то есть восстанавливает этот день после Рамадан. Фи хаза хилафун байна ахли аль-илм. По этому поводу есть разногласия среди ученых. Фа джумхуру аль-улама яруна аннаху йальзамухум аль-кадаа. Большинство джумхур, масса ученых, подтверждают, что им необходимо восстанавливать этот день. لأنهم لم ينوا الصيام من أول اليوم, потому что они не делали намерения держать пост в начале дня. بل مضى عليهم جزء من اليوم بلا نية, потому что над ними прошло уже часть дня, или, скажем, половина дня прошло без намерения. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى رواه البخاري ومسلم. И поистине пророк саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям по поводу намерения, а его важности, сказал следующее, об этом мы с вами читали 40 хадис ан-Навави в первом хадисе. Поистине все дела зависят по намерению, от намерения зависят. И каждому человеку следует делать намерение, или каждый человек получает вознаграждение из-за намерения. Понимаете? Значит, половину или какой-то час, день, если прошло без намерения, как он может делать намерение, когда он не знал? Когда он не знал. Поэтому, значит, джумхур говорят, что ему необходимо из-за того, что не делал намерения, восстанавливать этот день, хотя и половину дня еще держат они. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء. Некоторые ученые пришли к такому мнению о том, что им необходимо восстанавливать этот день. Почему? لأنهم كانوا مفطرين عن جهل, потому что они покушали, поели, скажем, на основе джахль.
незнание. То есть об этом они не знали. Как они могут знать, когда им никто ничего не сказал? Валь-джахилю ма'дурун би-джахли. И всем известно, что джахиль, он имеет уважительные причины, он уважительные причины имеет. Понимаете, у него есть уважительные по поводу того, что у него он не знал. وَلَكِنَّ الْقَضَاءَ أَحْوَتُوا وَأَبَرُّوا لِذِمَّةِ. Но восстанавливать, это является еще более безопасной стороной. Если вдруг восстанавливать, лучше будет. وَأَبَرُّوا لِذِمَّةِ. И это будет более снято от ответственности. Понимаете? То есть, сейчас ученые сказали, что он примерно, скажем, во время обед узнал о том, что месяц Рамадан зашел, он сразу же в то время делает намерение и держит до конца, до Магриба. А до обеда, который он покушал, его надо же из-за этого восстанавливать. Сказали, что нет, потому что этот человек уважительные причины имел. Он не знал. Но лучшая сторона, чтобы более безопасные стороны, если взять, или там более, чтобы снят от ответственность, сомнений не было, этот человек имеет право восстанавливать. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم, поистине пророк صلى الله عليه وآله وسلم сказал следующее: «Дع ما يريبك إلى ما لا يريبك». Об этом было сказано в этом хадисе. То есть оставляй то, что ты сомневаешься, и приходи к тому, к чему ты не сомневаешься. Значит, если у тебя появится сомнение, хотя сейчас ученые сказали, что ты уважительные причины имеешь право, значит, не восстанавливать. Вдруг, если у тебя появится сомнение, чтобы отдалять это сомнение, тебе необходимо восстанавливает этот день. Фама хуа илля йаумун вахид. Это всего лишь один день, говорит шейх. Не цели 30 дней же. Это всего лишь один день. Вахуа ясирун. Это легко. Ла машаккати фихи. За один день никакой затруднения нету. Ва фихи рахатун лин нафси. Зато в этом бывает покой для души. Вот аманиятун лил кальби, и спокойство для сердца. Сердце спокойно будет нам.